Законопроект об обязательной отчетности за принятые к оплате дорожные работы в конце недели внесут на рассмотрение в Государственную Думу России. Инициатором проекта выступил член Комитета по транспорту Александр Васильев. Он заявил, что поправка станет дополнением в закон о дорожной деятельности, согласно которой органы исполнительной власти обязаны публиковать на своих официальных сайтах сведения, подтверждающие приемку работ по договорам с указанием стоимости.